Ребят, всем привет! Вы на моем канале Мукбанг Ям. Если ты не подписался, подпишись, это поможет в развитии моего канала. И давайте начинать. Слушайте, сегодня мы с вами едим лосось. Посмотрите, какой он. И, сашими. И вот такие вот я сделала сама, ребят. Типа роллы в треугольничках. В Азии их очень часто делают мукбангеры. Знаете что? Наверное, вас мучает вопрос, настоящая это икра или имитированная. Так вот, отвечаю, заходите на мой телеграм-канал, там я уже всем все рассказала. Поэтому подписывайтесь, ну и так далее. Ссылка в описании, название вот тут или тут, в углу. Ну что, давайте пробовать. Сама, ребят, сделала рис, все сделала сама. Такие вот штучки с икрой, с лососем свежим. Делаю сама пасту. Короче, вкусно. Нормально. Для хендмейда очень хорошо. Сделала рис как надо, там с сахаром, с уксусом. Как делают в этих суши. Пробуем рыбку. Ребят, знаете, почему решила снять еще повторно такое видео с рыбы? Потому что, ну, правда, всем понравилось. Очень много просмотров на моем том видео. Я решила повторить. Вот, ну, потому что, если интересно, смотрят, почему-то не снять еще раз. На самом деле, вот такая вот рыба, именно с такой рыбой, знаете, чтобы она была прям вот, ну, свежайшая. Такого, конечно, ну, реально не снимают. Немножко даже рассыпается. Ребят, рыба огонище просто. Очень вкусно. Я обожаю лосось, честно. Очень люблю вот именно такой сырой. Именно сырой, девочки. Вот правда, соленый он не такой. Соленый это не то. Блин, видите, немножко тут... Что, видимо, знаете, он был все-таки... Он замороженный же привозится мне. И надо попробовать вообще заказать не замороженное, а свежее именно для роллов. Ну, что-то побаиваюсь. Свежее, конечно. Потому что немножко так, ну, как бы распадается чуть-чуть от разморозки. Но в целом хорошо держит форму прям. Сегодня такой белковый. Девчонки и мальчики. Я говорю, короче, девочки, девочки, а мне тут всех давай писать. У нас вообще тут и мальчики смотрят. Простите, давайте будем говорить ребят, да? Чтобы никого не обидеть. Сейчас я... Все у нас будут ребята, да? Просто мальчики, простите, но девчонок реально больше, поэтому так говорю. Смотрите. Красота, какая красота. Иди. Но жестковато. Так все ок. Короче, девочки и мальчики. Решила я сесть на диету. Опять же, все буду показывать, что касается диеты в телеграме. Ну, то, что тут у меня про еду. В основном тут я отрываюсь. Вот. В телеграме буду худеть. Думаю показать потом свой вес. Но знаете, я не хочу вот прямо сейчас показывать свой вес, какой у меня сейчас. Ну, просто потому что, блин, а вдруг я не похудею, да? Вот, я хочу немного сбросить, и уже вот когда пойму этот процесс, я думаю, что даже в телеге я покажу, и сколько я вешу реально. Вкусно. Как вам, кстати, мукбанг? Нормально? Нормально я придумала. Смотрите, вообще класс, да? Едим. Нори. Девочки, покупала нори с сенсой. Если будет что-нибудь такое делать, не покупайте. Она жесткая какая-то.
Какая была, такую купила, но, блин, надо было, наверное, заказывать нори. Ну, буду знать. Слушайте, ну, блин, просто понимаете, все мукбанки в России, они едят соленую рыбу. Прям это видно, она соленая. Я не знаю, как они ее едят в больших количествах, потому что соленую рыбу невозможно много съесть. Так как она, ну, она соленая. И тебе от нее уже плохо потом становится. Это с чаем утром, вот, знаете, когда ешь бутики с рыбкой. Много не съешь. А так? Вот, ездила сегодня на массаж. Ребята, у меня прям цель есть по скидыванию килограммов. Ну, тут что-то занимался дизайном опять. И иногда, знаете, ну, просматриваю свои ролики повторно. И тут я зашла на свой первый ролик с лицом, который я снимала. Я там вообще другая. У меня там... Ну, я другая там. 2021 год был. Я стройнее. Поэтому... Думаю, нужно запускать этот процесс. Вообще, да? Красота неописуемая. Потому что сейчас, наверное, я не знаю, сталкиваетесь с этим или нет. У меня осень. Мне вообще не хочется ничего делать, не хочется спать. Мне хочется обжираться сладким. Я, вы знаете, это заметила, что я стала реально больше употреблять всяких вредных штук последние недели-две. Поэтому сажусь на диету. Всем, ну, вчера уже написала в Телеграм, что буду отписываться по результатам. Но планы у меня реально большие. Кстати, ребят, спасибо большое за то, что очень вы позитивно восприняли мой обзор. Прям немногие, ну, поздравили меня, да? Спасибо вам большое за такую эмпатию. Вот. Ну что, я наелась, честно вам скажу. Видать, я не очень хочу, но посмотрите на эту рыбку. Ребят, ну это вот просто же вот все это. Наверное, я ее не так нарезаю, знаете, наверное, на суш как-то по-другому нарезают. Но она нежнейшая. Неважно, как я ее нарезаю, она просто нежнейшая. Вот, поэтому очень вкусная рыбка. Ребят, спасибо всем большое за просмотр. Коротенькое сегодня видео получилось. Не знаете, просто повидаться, перекусить. А я думаю, что я забабахаю что-нибудь масштабное в следующем видео. Прям у меня план, знаете, такой праздничный стол сделать. Вот, поэтому до следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, пишите приветы в комментариях. О, кстати, подождите, меня просил передать привет один зритель. Ребят, все, вот я один раз передаю привет, больше меня не просите передавать привет, это дурацки. Привет, Матвей Сергеенко. Все, привет я тебе передала. Ребята, больше никаких приветов. Это же не программа «Поле чудес», что вы тоже, что вы в самом деле? Ладно, на «Поле чудес» передавать приветы, а тут... Тут мы вообще с вами друзья. Мы с вами близкие. Понимаете? Все. Всем пока.